В России ограничат импорт агрохимикатов и пестицидов. С июня завозить препараты можно будет только через специальные пункты на границе. Соответствующий проект постановления находится на стадии общественных обсуждений. По данным Минтранса, в России более 300 пунктов пропуска через госграницу. Возить химикаты можно будет только через 10. Контроль за соблюдением поставок пестицидов, правил производства, продажи, хранения, применения возложат на Россельхознадзор. Отмечу, что импорт в Россию препаратов для агропромышленного комплекса не контролировался с 2011 года. Будет 100% исключение контрафактного завоза пестицида. Будет полностью, у нас в перспективе еще планируется вообще на государственную информационную систему будет вводиться. Вот после даже пересечения на государственную, через государственную границу пунктов пропуска, она сразу будет вноситься данные. Вот с такого-то региона, с такого-то государства поступил столько-то пестицидов, и на какие регионы этот пестицид уже дальнейшее сопровождает. Между тем, доказано, что массовая гибель пчел в Башкортостане в 2019 году произошла именно из-за отравления пестицидами. По данным Российского союза производителей химических средств защиты растений, на сегодняшний день доля контрафактных пестицидов на рынке достигает 30%. Отмечу, в Башкортостане чаще всего агрохимикаты используются в сельском хозяйстве при выращивании масличных культур, например, рапсовых, горчичных и соевых.